Итак, всем привет. Мне посоветовали какой-то уровень. Он называется Fireworks. Вот, вроде что-то того. Вот, смотрите, какой-то оцененный хардер. Давайте попробуем в него поиграть. Нет, кстати, это не то. Это не то. Мне говорили, что это прям очень сложный уровень. Но... Firework, я идиот. Вот он. Вот, смотрите. Это какой-то экстрим демон. Ну, он, наверное, очень простой. Давайте поиграем. Я, короче, научился тут некоторым секрет вэям. Я не знаю, почему многие ютуберы не пользуются этим. Так. Так. Блин, потно очень на самом деле. Это реально тяжелый уровень. Воу, видели? Да, вот, смотрите, два секрет вэя вам показал. Теперь вы знаете, как ими пользоваться. Я знаю то, что его сейчас пытается этот Дольфи пройти. Но он вообще ботик на самом деле. Раз он не может такой легкий уровень пройти, он по сравнению со сложностью как Дедвокет. Я бы даже сказал то, что Дедвокет посложнее. Этот уровень реально сложный, но не настолько сильно. Этот уровень можно как лапстеп, наверное. Это изи демон, как по мне. Окей, хорошо, я опять дошел до этого момента. Сейчас должно быть все хорошо. Я не знаю, как я в тот раз умер, я этого вообще не ожидал. Вот, я не знаю, что в этом уровне сложно, вот тут вот видите, можно идти такой секрет твой и вот так идти, все. Но многие считают этот парт самым сложным, но я в нем ничего не вижу. Вот этот легкий парт очень. Секрет твой. Так. Видите? Все легко и просто. Ладно, я там один раз умер, ничего, бывает. Там в уровне баг какой-то случился. Не знаю, как я так умер. Вообще, что-то неожиданно для меня вышло это все. Вот такой уровень. Я надеюсь, всем понравилось. Всем спасибо за просмотр. За то, что вы подписываетесь на меня. Вот, смотрите, есть еще какой-то уровень, давайте попробуем его. Я думаю, он тоже очень просто, видите, это даже изи демо, значит, он плохой очень. Вот, смотрите. Воу, какой уровень.